Более 500 надгробных памятников кулпытасов исследуют западно-казахстанские ученые. Все они были обнаружены в Букейординском районе, в местах, где захоронены ханы. Проект «Культурные памятники казахского народа. Сохранение духовного наследия» рассчитан на 3 года. В его рамках специалисты будут не только изучать эпиграфические памятники при Урале, но и проведут работу по их сохранению. Кулпытасы дают ценные сведения о культурных и бытовых традициях казахов, образовании и религиозной грамотности. Информацию несут не только сами надписи, но и материал памятника, мастерство и техника тиснения, так говорят ученые. Суры на арабской графике, на арабском языке, очень грамотно написаны, без ошибок. Там есть стихотворение, ну, называется «В науке Марсия», это посвященное оплакиванию. На фарси есть, на чагатайском языке. И это показывает уровень знания, образованности местных людей. Западно-казахстанские эпиграфические памятники являются частью мировой культуры. На сегодня известно о существовании около 50-60 тысяч памятников. Уже имеем первые результаты. Мы провели 3 экспедиции, были изучены 3 комплекса. Джингархана, Жантурихана и университетского комплекса Маулимберди. Вот сейчас подготавливаются тексты для издания книги.